Игра между командами жителей и райгосадминистрации прошла в напряженной борьбе, и победу одержали жители. Член исполкома Симферопольского горсовета Валерий Аксенов и депутат горсовета Дмитрий Калнышенко отмечают, это единственный случай, когда власти и люди по разные стороны баррикад. В целом же такие праздники только объединяют. Очередные 55 лет, они как раз будут очень много сделано в эти 55 лет для улучшения благосостояния народа, улучшения состояния своего микрорайона, благоустройства его. Ну, а жителям хочется пожелать счастья, благополучия, ну и всего самого-самого лучшего в этой жизни. В свое время как-то люди начали разобщаться. Таких праздников надо больше проводить, чтобы это не только был день микрорайона, но для того, что пускай это будет суббота-воскресенье, день физкультуры. То есть чем больше будет таких праздников, тем люди будут объединяться и вернее жить. Жители микрорайона поблагодарили представителей власти за организацию торжества и также отметили, что таких праздников нужно проводить больше. Такие праздники очень нужны. Праздники микрорайонов. Праздники нужно устраивать улиц, домов. Это консолидирует народ, повышает их интеллектуальный, культурный уровень, духовный уровень. Спасибо всем устроителям, кто сегодня нам подготовил этот праздник. Замечательный праздник. Представители власти отметили, в ближайшее время будет проведен еще ряд мероприятий. Главное, чтобы люди проявили инициативу, а городские власти всегда помогут с организацией. Виталий Попач, Александр Волконский, «Время новостей».